Применить санкции к украинской дочке российского Сбербанка из-за того, что он обслуживает клиентов с фейковыми паспортами так называемых ДНР и ЛНР. Такое предложение озвучил сегодня на заседании правительства министр внутренних дел. Арсен Аваков попросил Кабмин незамедлительно привлечь к этому делу Совбез и НБУ. Пока же идею Авакова всецело поддержали участники торговой блокады на Донбассе. Цей банк працює в Україні, він фінансує, по суті, бойовиків, він заробляє прибутки в Україні, ці прибутки інвестує в сепаратистські республіки. Вважаю, що це неприпустимо, тому я прошу, щоб уряд зараз звернувся до незалежного регулятора НБУ і до Ради національної безпеки і оборони по невідкладному розгляду цього питання і введення санкцій щодо Сбербанку Росії. Ми даем две недели, я прошу на это обратить внимание, всем вкладчикам Сбербанка России на то, чтобы они изъяли оттуда средства. Мы поддерживаем господина Авакова, который заявил, что действия этого банка являются антиукраинскими и антизаконными. Поэтому через две недели, если правительство не удосужится закрыть это предприятие, мы его закроем сами по всем отделениям, которые существуют в Украине. Отмечу, что такое единодушие плакатчиков и главы МВД достаточно любопытно, ведь совсем недавно Аваков был ярым противником торговой блокады на Донбассе.